Хе-хе-хе-хе! Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами проходить халву! Нашу вкусную первую. Что-то эти, короче, походу перебили одного, но тихо-тихо-тихо, меня тут нет. Ждем, пока этого убьют. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот, суки, на него подствольник не делают. То, я тебя трогал, сука. Уйди ты, бля. А! Он что, дебил, блядь? Это реально, блин, сейчас прикол был, или чё? Что взрывается-то? Иди, блин, мочи их, заебал. Причем тут я вообще? Да ебушин ты бабушин! Хер ли ты тут стоишь, пидорушин? Беда. Беда, что делать? У меня жизни мало. Внимание. Сука, блядь. А там же чувак тут стоит. Чё он его не стреляет-то? Мне сказали вынести в дверь вот эту пушкой. Она не выносится. О, эта пушка оказывается охренительная против них. О, отлично. Только у меня жизни нет. Ой, сука. А? Привет. Ну вы, пацаны-то, не очень-то мощные. С вами можно даже поиграться. О! Не попал ты, не пизди. А, суки, блядь! Собакены. Так, хорошо, нужно сейчас быстренько как-то за этот прийти. Я вижу. Пациент. Пациент кретин. Пациент долбоёб. Да хватит! Вам что, нравится это или что, блядь? Сидеть. Да сидеть, сказал! Все? Успокоились? Да не успокоились! Ты смотри, какие ублюдки. Это будет бесконечно, я так понимаю, да? Пациент кретин. Так что не лезьте ко мне. 40, блин, 3 аптечки взял. Поскольку она восстанавливает? По 15, что ли? А чё так мало-то? О, патрошки. А чё так мало-то? Так, а подствольника-то нету. Фу. Привет. Так, пиписька, давай не пипись мне. А, это трамплин, нифига себе прикольно. А чуваку не повезло, его сильно подприприсило. Подкинуло сильновато.
Ну и сорян. Это же не я виноват. Ебать. Граната! Хуяк! Ой, там перестрелка массовая. Я лучше подожду. Я ну его нахрен. Я ну их нахрен туда встревать. А кто там с кого? Кто выигрывает? У меня есть граната тоже. Кому кинуть? Там кто-то живой. Ай, серьезно? Две гранаты использовал и прям четко. Привет, пацаны, я вижу аптечки. Бери, блядь. Бери, скотина. Как я туда залезу? Как мне вот эту забрать? Почему ты не можешь ручкой достать? И как мне вот эту аптечку застать? Ой, спасибо, как интересно, как прикольно. Ты пойдешь со мной. Только нормально ты пойдешь со мной, давай. Только нахрена ты мне надо? Непонятно. Ладно, просто так. Это закрыто. И это закрыто. И сохранились. Сколько здесь солдат? Я уже... Я уже 500 000 их перевалил. Да уйди ты, слышь. Это я-то заберу. А как они работают? Они против солдат? Походу, я сейчас упаду. Яй-яй-яй-яй-яй. Пацаны, фас! Фас! Фас, блядь! Фас! Жрите их! Все? Или еще? Фас! 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 Сколько у них? 12. 15 максимально, да? Ладно. Блять! Бля, какие они, сука, меткие. Я просто херею. У них же гранаты бесконечные. Просто жесть. Ай! Обнаружен незначительный перелом. Да, блин, сейчас отлечим. Маловато, но отлечили. Подъемник. Зачем? Вот это надо! Энергия восстановлена до 15%. На тачке поедем? 30%. Поехали. Энергия восстановлена до 45%. Спокойно тут побушевать можно. Ты чё, бля? Ёб твою мать, побушевал один. А теперь не вылезу отсюда, да? Ёлки-па... Ага, теперь нужен подъемник. Какой был? Чё это, блядь, было сейчас? Ой, есть прицел. Назад. Во, ваншотит, нифига себе, красава. Хрена себе вы метки. Так, пушка. Пушка тут пушкат. Чао-чао. Нужно... Ножки нормально. Ну чё, пацаны, нормально? Так, пушка-то пушка. Ой, а ей можно вверх.
А можно туда шмальнуть? О, хорош, блин. Вот эта пушка, давайте. Я буду тут сидеть все время, и вы давайте мне противников. Я тебе ща дам там. Давай, выходи по одному. Текстурки. Ой, привет. Давай еще. Давай еще. Я текстурками могу баловаться. Давай, кто там, блядь? Ну-ка, давай еще одного мне. Быстро. Худя, блядь. Че так мало? Почему с них пушки не падают? Так, если что, можно будет вернуться. У меня там читерская вещь. Хоба. Так, ну это я подожду. Кто ко мне тут лезет? Бам, бам, бам! Ты тут пытаешься залезть, что ли? Да ёб твою мать, гранаты, что вы делаете? А он что, знает, что нужно убегать? Да, грёбаные мухи, как они работают? Почему они криво так работают? Ладно, собака, не жалко мне. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Сука, умер, нет? Падла. Ну, умер. А их тут два? Да, блин, эти мухи какие-то неадекватные, они, сука, где хочешь достанут, блин. Что за прикол? Вообще не одобряю. На, блядь. Сука. Вообще не одобряю ни разу. Такие методы поведения. Ух ты. Почему эта штука, когда я стреляю, она работает, у них работает нормально? Когда я, то есть, ну, когда я стреляю, она ненормально работает, когда не стреляет, она находит чуть ли не, я не знаю, чуть ли не ты где-то в бочку залезь, она бочку просверлит, блядь, и тебе мозг просверлит. А я, когда я стреляю, она мимо летит. Почему бы нет? Привет. Вот давай. Короче, хуйня это все. На, блядь. Еще не зарядился, что ли? Бля, дурак! Да, херня это, не пушка, блин. У них работает она нормально, как я и сказал. Это кто там такой, такой умный? Вот у противников эта пушка работает на разы. У меня она работает через задницу. Как обычно. Ничего нового. Так, ты разлегся тут, падла. Ух ты. Это склад? Ага. Энергия восстановлена до 15%. Так, неплохо, хорошо. 30%. Где ты разговариваешь? Сука! Грёбаный ты фремибиной, блядь, сука. Ты какой козел вообще? Какого хрена ты не допрыгиваешь, когда тебе, блядь, надо? Сука. Какой меня бесит. Где ты, блядь, рычишь-то? Своими гландами. Чё там интересного, пацаны? Чё там показывают? На, блядь. Сука. Чё за прик... Не понял.
А чё, хедшоты не работают? Лучше этого пригвоздить. Ты, блядь, нормальный сейчас? Я тебя спрашиваю. Кто еще? Тут же никого нету. Почему звуки идут? Ах ты, сука! Ах ты, падла, блядь. Да стой ты на месте и не двигайся. Что ты такой неугомонный? Падла, блядь. Он специально так делает или чё? Он специально бошку прячет. Нехера. Ай-я-я. Все закрыто везде, конечно же. Все должно быть открыто. Я на базе. Что-то с дробовиком? Вау! Где вы стреляете? Звук такой странный здесь еще. Так, ну это мне не надо, да? В смысле? 1, 2, 3, 4, 5. Как так-то? А. Неа! Открывай! Ты серьезно? Не понял? И я не понял. Так, спокойно. Нужно обследовать всю территорию. Где-то тут рыло есть одно внутри. Сейчас мы его, блин, приходуем. И что, я сюда упал? А? Собака! Это мне подарок? Блядь! А в чем прикол этого сейчас прикола был? Потому что, ну, как бы... Там... Что огнем меня задело сейчас? Ну, в смысле... Там же огня нету. Что здесь огнем херачит? Что здесь хреначит огнем? Тут же нету ничего такого. Ни газа, ничего. Сука, хотел меня поджарить. Чего вы мордопрыга не можете одного завалить, что ли? Блин, клёво ты стал, конечно. Сука. С вашими гранатами, блядь. А я его успел убить. Все, алло, привет. Еще алло, привет. Сколько алло, привет здесь? Вас до хрена там? Ну-ка, рассчитайся на 1, 2, 3. Ха! Нет никого. Странно. А это я забираю. Фух, так, хорошо. Идем по комплексу этому грю... Ну где ты, блин, собака?
Куда мне? И куда мне? Что мне? Где мне? Что мне? Зачем я сюда спустился-то, бля? Зачем? Что мне? Вот сюда, в печку залезть? А, понял. Так вы и сказали. Но вы же не говорите. Ну, прикольно. Уй-ю! Дверцу открыл. Странно, да? Здесь есть лестница. В трубе. В трубе есть лестница. Кто это проектировал-то, блядь? Или это чисто для меня? Ну, спасибо. Можно было и без этого обойтись. Да блин, какие они мощные, падлы. Я-то понимаю, что я мощнее, но блин. Они там тоже мощные. А тут чё? Что тут так воняет? Это не я. Я помылся недавно. Отойди. Да ты я. Привет. Здорово. Ты со мной пойдешь? Давайте-ка уберемся отсюда. Погнали, будешь стрелять сейчас своим пистолетиком мощного. Бесконечными патронами. А, так ты, может быть, вот код знаешь? Потому что я это не знаю. Давай. Давай, хакер. Ломай. Только не горбься, сука, сейчас пристрелю нахер. Ну, стой здесь, значит, тогда. Спасибо. Что, открыл мне дверь? Больше ты не понадобишься? И нахера? Нахера это я все сделал? Чтобы выйти опять назад? А, там код нужен, да? Ну я туда его не загоню, мне кажется. Слышь, чувак, ты мне еще нужен, пошли. Да, конечно, мы бы имели больше шансов объединиться. Да, истину глаголишь. Только ты, конечно, туповатый. Сильно ты мне не поможешь. Только вот тут под стеночкой иди, а то улетишь нахрен. Я уже проверял. Иди сюда. Нажимай. Ты же все кода знаешь. Вверх, вниз, влево, вправо, квадратик, треугольник. Икс нолик. Наша удача не может быть вечной. L1, R1. Нормально, спасибо. Все, я так понимаю, ты уже не нужен. Да, спасибо. Потому что здесь загрузка. Через загрузку он не перейдет. Нет. Они не умеют так ходить. Блять! No parking, сука! А они паркуются. Чем его взъебать? На. Бум! Больно? В смысле? Ой, блядь! Я думал, я его убил. Так, ну-ка перестань. Сука. Неправильно положил эту штучку. Не хочешь сдохнуть, пожалуйста? Ой, у меня нету уже ничего. Хорошо, у меня еще гранаты есть. На. Да не туда. Не жалко, чувак. Да красавчик ты живучий. Да куда ты? Все, гранаты кончились. Все прикольно. Блядь. Да ты сволочугинск. Что тебе, базукой что ли? А как я тебе базукой ебану-то? Блин, вот ты сука. А чё, сколько этот, блин, как его убить-то? Давай вот этим, вот этим. Загрызите его нахрен. Давай, в почки лезь ему. Они его убивают, интересно, или просто чисто так? Не, походу дрочат его.
Только они недолговечные. А-а-а, бля, ну и звуки. Сожрали, красавцы, только очень сильно долго. Фу, я все патроны потратил, я все потратил. Все, у меня взрывоопаски нету ни хрена. Еще одного не будет? Фух. И тишина сразу же. И где же мое возобновление моих припасов? Я столько всего потратил. Базуку не потратил, кстати. Ай, блин, этот бег с контры. Тык-т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 ык. Ностальги. Ностальджи. И сейчас еще один такой же, да? Ты можешь не топать. Процессинг Ария 3. Так, это плохой звук. Black Mesa. Вастер процессинг Ария 3. Хуя! А чё ты меня не подкинуло? Подкинь. Да подкинь ты меня нормально. Чё она не подкидывает-то? А чё она не подкидывает-то? Ты меня не подкидываешь, алё, ты слышишь? Вот, спасибо. Так, там уже трупаки. Надеюсь, здесь не будет какого-то мега-супер-мощного главаря из той планеты. Потому что я ну его нахрен. Так, потихо. Тик-тик-тик-тик-тик. Опа, сейчас будем, короче. Циркача включаем. Там кто-то топает. Эй, Гупер, ты меня слышишь? Да. Оставляем базу. Забудьте о времени. Если у вас есть цели для бомбового удара, отметьте их на тактической карте. Нету. Если нет, рвите когти. Повторяю, мы оставляем базу и вызываем авиаудар. Дайте нам цели и сматывайтесь отсюда. Я вот думаю, что делать сейчас на цели. Это, я надеюсь, не сюда? Что это? Как мне выбрать цель? Это что? Это атака? А, я так понимаю, мне вон те двери нужно расхерачить, да? А как это работает? Типа вот так. И вот так. На. Быстро вы, чуваки, только нажал кнопку уже. Как вы так, вы там где-то там висите наверху или что? Откуда вы так быстро знаете, куда я буду сейчас нажимать и стрелять? А может еще что? Есть еще какие-то такие двери тут? А если я долбану вот эти двери на всякий случай? Это же можно? Смотри. Это вот они, да? Или, не, подожди, стоп. Это резервуар? Ага, то есть назад. Получается, вот так, и вот так. Они не разбиваются. Ну-ка еще раз. Не, они не разбиваются. Так, хорошо, ладно, окей, я разобрался с этим. А куда мне теперь ту... Я-то понимаю, что мне туда, тут же никого нет. Тишина есть, радио нет, значит, хорошо. То есть можно вот тут выпрыгнуть назад. Но мне же назад не надо. Мне же нужно вперед. Так, вот этот звук мне вообще не нравится. Зачем я это сделал? Как мне туда попасть? То есть вот эти еще двери нужно выбить.
Нормально? Ненормально? Блин, так неудобно смотреть. Блять. Обнаружен тяжелый перелом. Я испугался, что это в меня сейчас пролетит. А я сюда не заберусь никак. Кроме как залететь. Окей. Ай, бля. Блять, тихо, спокойно. Вот, спасибо. Да закинь ты нормально. Почему? Как это работает-то? Вообще непонятно как. Ладно. Так. Ой! А я уже там все расхреначил к херам вообще. Только как туда попасть, подожди? Там кнопку какую-то надо нажать. Где кнопка? Потому что я туда не допрыгну, мне там мост есть, но я кнопки не вижу, чтобы мост включить. Где мост включить? Вот этот вот. Кто там? Как? Через дуйчик? Дуйчик не поможет. А как же мне туда попасть? Отсюда? Фу, ну давай попробуем. Учебать! Хорош. Спокойно. Это не я. Бля, ну их нахер. Беги, 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 беги. Half-Life! Я нашел значок Half-Life. Все, я прошел игру. Бля, где я? Вот там бомбардировка. А эту игру вообще реально пройти? Да хватит! Ебей 3. Да блин. Хитрить твою мать! Что творите? Это так и должно быть? А что мне делать? Мне тут и оставаться? Ага, не оставаться ни хера. Ни хера не остал. Привет, чувак, как ты выжил там? Там же турелька стоит. Фу, я не знаю, пробежал, короче, все тыкаю, все клацаю, что есть, то и нажал. Снова, курить опять нельзя. Чувак, ты живой? Здорово. Ладно, пошли. Я прикрою. Да. Мне это нужно. Кто, где? Сука! Где ты, прикрывальщик? Блин, сорян, чувак, наверное, тебя завалил. Не хотел. Ну там просто... Не хотел. Ва! Осторожно, блядь. Осторожно с оружием. Я же живой, блядь. Осторожно, я тебе говорю, падла. Ну как дам сейчас тебе по зубам, по рылу твоему ненужному, блядь. Зубы выбью. Все причем. Привет. А, подожди, 4. 4-4 быстренько, да? Чтобы, короче, взять вот эту штуку, которая хорошо их сносит. А я туда смогу попасть? Смогу. Здрасте. А, здрасте.
А вот эта штука. Сбивается. А это что такое? Эй, ёпта. Да идите нахрен, блядь. Суки, блядь. Еблоневые. Да уйди ты, срань ты, блядь. Блядь, где аптечка? Твою мать. Вот эти мелкие хуже, чем миллион солдат, реально. Один мелкий хуже, чем миллион солдат этих долбаных. Чем их защищать, блин? Хуи, блядь. Ва-ля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 . Ух, капец какой-то. Ладно, пойдем похилимся. Еще этих не хватало. Рожалок их. Фух. Я уже все, я уже весь потный сижу. Потому что меня это все, короче, уже достало. Зачем я пере... Ай! Ну давай. Эй. Массаж. Это был массаж, не переживай. Все нормально. А может быть вот эти штуки, они и делаются? Хули вас там так много? Чё не перезаряжаешься? Так, ну они хотя бы живут недолго. У меня патронов вообще уже нет почти. Блять, твою мать! И чем мне их бить? Ждать, пока не подохнут сами? Окей. Так мне сюда или туда? Тюдюнь, хватит жить. Базука. Почему закрыто? А, почему открыто, окей. А, блядь. Я, сука, не заметил. Он свою висюльку свесил-то позже. Не сразу. Базука не сразу убивает? В каком это смысле? Того сразу шмальнуло. Блять, еще один, падла! Кто-то здесь. Ящики же нельзя двигать. Энергия восстановлена до 15%.
А, я понял. Ага. Дуй, 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 давай. А чё, я выше не могу? А чё выше-то нельзя? Пацаны, как вас забрать-то? Опа-на. Да, спасибо, конечно же. Да перепрыгни ты уже, еблаша. Давай, 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 давай. Хорошо. Значит, мне туда. Ладно, немножко зарядился, короче. Пойдем. Давайте на этом закончим. В общем, я в следующей серии уже пойду. А вот эту штуку можно сбить? А, нельзя. Ну, звук, конечно, противный. Окей. Все, всем спасибо за просмотр. Ссылки в описании под видео. Подписывайтесь на страницу ВКонтакте, на паблик. Комментируйте. Всем до встречи в следующей серии халвы. Пойдем вниз опять-таки, блин, мне наверх нужно. Мне вот выбраться нужно, и все, и пока. Нет, закрыто, спасибо. Все, всем пока.